В семье Константина и Ирины Воронковых сегодня особенный день. Счастливый отец приехал забирать жену и долгожданного первенца Дмитрия. Глава семьи подготовился к этому событию основательно. Вплоть до мельчайших деталей в виде наклеек на автомобиль. Не забыл он еще один важный аксессуар – детское автокресло. Автолюлька крепится в обязательном порядке с обратной стороны по против движения. Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства совместно с краевым ГИБДД провели акцию. Ее цель – объяснить родителям, почему так важно иметь в машине удерживающее устройство для малыша. Ведь еще свежа в памяти трагическая авария на проспекте Ленина в Барнауле, когда гонщик на БМВ врезался в автомобиль, в котором ехали непристегнутые дети. И всегда сам пристегиваюсь в автомобиле, поэтому ребенок как бы должен быть всегда под защитой. Мы обязательно будем пользоваться только автокреслом, обязательно, потому что это безопасность нашего ребенка, за которого мы в ответе. После того, как счастливые Ирина и Константин уехали, дорожные полицейские врачи учреждения провели ликбез по автокреслам и для будущих рожениц. Ребенок уложен, ремни заходят за плечики, происходит соединение. За 4 месяца 2019 года у нас выявлено таких нарушений более 2000. Если ребенка перевозят без детского удерживающего устройства, ответственность наступает административного характера. Штраф за такое правонарушение 3000 рублей. Хочется верить, что до штрафа дело все-таки не дойдет, а все родители осознают, что детское кресло или люлька – это не просто чья-то прихоть, а возможность беречь самое дорогое. Александр Захаров, Николай Шилко. День с толком. Фиксация.